Всем привет! Сегодня у меня будет такой тоже необычный тест-драйв. Будем пробовать с вами новиночки. Это вот такие вот патчи для глаз. И вот эту вот тушь-гель для бровей и ресниц. Как раз заодно посмотрите оттенок и вообще как он наносится. Я сегодня полностью без макияжа, и как раз это тот день, когда мне очень нужны патчи, так как у меня была бессонная ночь сегодня. Не будем вдаваться в подробности, но, в общем, патчи сегодня мне явно понадобятся. Это мой небольшой туалетный столик, на котором стоит куча всего, иногда и больше, но, в общем-то, попробуем в таком формате сегодня посмотреть, как работают эти два продукта. Поехали! Итак, первое, с чего начнем, это вот такая вот тушь-гель для бровей. Ну, скорее он гель для бровей. Как-то я уже вам показывала его. Он имеет вот такую вот большую достаточно кисточку и... я бы сказала, имеет рыжий подтон. Ну, опять же, здесь его не сильно видно, что он рыжий, но рыжину он все-таки имеет. Давайте посмотрим, как он. Вот у меня достаточно темные брови. Как он наносится? То есть он придаст вашим бровям немножечко оттенок. С одной стороны и с другой. Я вот если его использую, то наношу его в два раза. Первый раз, потом даю ему немножко подсохнуть, сверху прохожусь второй раз, и в общем-то так он дает чуть-чуть более интенсивный цвет. Вот. Ну, вот сейчас как бы видны все равно вот эти вот все проплешины, то есть если бы я наносила нашей тушью, которую обычно я использую, то она, конечно, все там моментики с волосинками, где там недостача или еще что-то, она все это зарисовывает, и ей, конечно, удобно корректировать брови. Этот гель не корректирует, то есть он просто немножечко придает оттенок вашим же бровям. Ну, сейчас немножко подсохнет, пока подсыхает, можно также наносить его на ресницы. То же самое, такой же эффект небольшой, как мокрых ресниц, что ли, дает. Ну, я же говорю, вот такой вот быстренький, побежать куда-то по-быстренькому, сбегать, не знаю, в магазин. Кто любит выходить накрашенный, вынести мусор, подкрасить бровки, глаза и нанести бальзамчик, то это вот... самое то. Ну, а я сегодня для того, чтобы не быть уж совсем не накрашенной перед тем, как наносить патчи, тоже вот таким образом немножечко придам себе. Видите, да? Сразу немножко темнее. Но оно в любом случае подсохнет, но чуть-чуть темнее стали брови. Кисточкой, если что, можно что-то подправить, но обычно этот гель я даже не поправляю кисточкой. Вот. И все. Вот такие вот бровки получились в таком оттенке. Вот, поэтому имейте в виду, что в принципе гель подойдет как для темных бровей, только вот мне кажется, в два слоя его надо нанести, так и для более светлых. Он ваши брови сделает еще более насыщенными, потому что он имеет темный сам по себе оттенок, да, то есть такой, как бы, для светлых бровей будет вот такой вот оттенок давать. Коричневый с небольшой рыжиной. Вот. В общем...
кто пробовал, напишите, как вам этот гель, нравится, не нравится, пользуетесь, используете или нет. Ресницы тоже можно провести по второму кругу для большей насыщенности. Но ресницы — это такое вот чисто небольшой эффект. То есть они, конечно же, нельзя сказать, что они накрашены. Ну, вот так. Так, ну что, теперь переходим к самому интересному. Это наши патчи. Я пробую их первый раз, поэтому вместе с вами буду смотреть, как же они работают. Значит, у меня есть небольшие морщинки в области вот здесь, да, там, где мимические морщины у нас выходят. И также сейчас у меня прекрасные синяки под глазами, можно сказать. Посмотрим, как вообще работают эти патчи. Я не думаю, что будут они убирать синяки, но, может быть, чуть-чуть свежее будет. Но с морщинками посмотрим, насколько они справятся. По инструкции мы должны нанести эти патчи на 10 минут. Можем наносить под глаза, а также на вот эту часть надбровную и на носогубные складки тоже можем наносить. То есть выбираете для себя, куда вы хотите их расположить, и используйте по назначению. 10 минут держите, зачем снимаете и остатки вбиваете в кожу. Значит, я уже патчи, в принципе, использовала, не наши, покупные в магазине в обычном. И, в принципе, мне очень нравится результат, который дают патчи. Очень легко открыла упаковку, жаль, не показала. Есть тут вот такие вот срезики. И она очень легко открывается. Так, так интересно, как они будут выглядеть. По цене, в принципе, я покупала патчи где-то в районе 40-60 гривен разные. И парочку мне вот прям очень нравились. Ну, сейчас будем смотреть, как работают наши. Итак, вот так вот они выглядят. Приходят они вот в такой упаковке закрытой. Обычно эта упаковка уже открыта, у нас она закрыта с двух сторон, эти патчи вот такие вот. И сейчас эту упаковочку мы с вами будем открывать аккуратненько и наносить патчи. Так, там внутри жидкость, поэтому открывать нужно действительно аккуратно. Они у меня прилипли на другую сторону. Так, вот сами патчи. И они также еще дополнительно в какой-то оболочке. Эту оболочку, я так понимаю, сейчас я сниму и нанесу. Ну, давайте попробуем первый. Итак, я снимаю клеенку, которая у нас с двух сторон, это клеенка. Видимо, это для того, чтобы патчи были прям вообще супер пропитаны. Не знаю, для чего это сделано. С одной и с другой стороны снимаю. И получаю вот такой вот красивенький патч. С одной стороны он гладкий, с другой стороны рифленый. Я так понимаю, будем наносить его рифленой стороной. Так, ну что, поехали. Узенькой стороной наносим к носу. Вот так вот располагаем и разглаживаем. Ведь еще дальше надо. Вот так вот я хочу его нанести. Ой, отлично, идеально ложится, вообще супер. Знаете, обычно наносишь, они начинают сразу же спадать. Вот такие патчи бывают.
Этот прям идеально ложится и так классно держится. Прям я его ощущаю, как он туда присосался. Так, главное не улыбаться. Супер, вообще класс. Давайте второй. Первое ощущение прям очень-очень мне нравится. Тоже с двух сторон вот клееночка, белая и прозрачная. Снимаю ее. Снимаю наш красивый патч. И наносим. Тоже рифленой стороной я наношу на... Да, рифленой стороной к коже. Чуть высоко, наверное, как-то я. Да, одинаково расположить. Вот так вот у меня получилось. Вот такие вот патчи. Ложится обалденно. Просто восхитительно. Укладываются они. Мне очень нравится. Сейчас это как-то неудачно я его. Высоко, что ли? Все. Вот так вот это выглядит. Классно они так ложатся, прям вообще супер. Мне прям по ощущениям, вот как они легли, просто идеально, потому что обычно они начинают спадать. Ну, сейчас посмотрим, пройдет время. Обычно я вот моргаю вот глазами, даже моргать боюсь, и они чуть-чуть начинают сползать, и это мне очень не нравится. В некоторых патчах здесь я вот разговариваю, двигаюсь, стараюсь, конечно, не двигаться. Не обращайте внимания, что я так вот без эмоций. Ну, что поделаешь. Так, 10 минут засекаем и посмотрим, что будет через 10 минут. Ждем. Итак, 10 минут прошло, ровно 10 минут. И я очень хочу, чтобы меня порадовал результат, потому что первое впечатление от этих патчей у меня просто суперское. Ну, прям снимаю и очень надеюсь, что результат меня порадует. Потому что я уже знаю, какой результат от других патчей у меня. И они действительно работают, поэтому хочу, чтобы здесь было не хуже. Ну что, снимаем первый. Так. Ну... Явно видно, что кожа немножечко посветлела. Так, сейчас я буду смотреть близко в зеркало. Морщинки разгладились. Действительно разгладились. Конечно, вам, может, не будет видно настолько, насколько мне видно. Но то, что они менее заметны стали, это точно. Так, снимаю второй. Здесь у меня был синяк посильнее на глазу. Ну, синяки, я думаю, не убрал. Хотя, если бы я подержала патчи в холодильнике, как это рекомендуется, да, чтобы вот если именно синяки, отечность какую-то убрать, то нужно подержать патчи в холодильнике, тогда результат будет еще лучше. Ну, как бы я сейчас больше направлена была на то, чтобы морщинки разгладились. Немножко ровнее стала сама кожа. И с этим, мне кажется, они отлично справились. В общем-то, я ими очень-очень осталась довольна. Значит, чем они отличаются от тех, которые я, например, пробовала ранее? Они сами по себе тоньше, намного тоньше. Я бы сказала, наверное... Ну, не знаю, в два или не в два раза, но явно тоньше.
Вот даже я как-то так наносила, что даже царапнула их своим ногтем. То есть они очень такие тоненькие, поэтому наносить их тоже нужно осторожно. Вот видно, как я их задела. И они отлично держатся. Очень классно ложатся и супер держатся. И это большой плюс. Никуда не сползают. Это опять же дает потом хороший результат и на коже. В принципе, у меня они уже вот даже не нужно ничего вбивать. Высохли, подсохли. Эффект какой-то, знаете, подтянутой кожи. Очень приятный эффект. Мне лично нравится. Ну, конечно, не знаю, насколько видно результат. Ну, вот такой результат. В общем, как мне кажется, очень-очень неплохие патчи. И я, когда в каталоге увидела цену, мне показалось она немного завышенной, потому что в магазине можно найти и за 40, и за 30 гривен патчи, может даже еще дешевле, не знаю, сильно не всматривалась. Эти все-таки по каталогу стоят в районе 70 гривен, со скидкой, конечно, дешевле, но мне кажется, они того стоят. Однозначно, когда будут по скидке, буду прям брать много их. Ну, а пока одноразовых, конечно, вот на всякий случай возьму несколько штучек обязательно для себя. Так что вам тоже рекомендую. Напишите, кто пробовал эти патчи, как они вам. Интересно знать ваше мнение. И до следующей встречи с вами в новом видео с обзором каталога номер 12. Все, пока-пока.